Юные актеры играют в оригинальных постановках и стремятся к победе. На протяжении нескольких месяцев в Ульяновске проходит фестиваль «Театральный Приволжий», в котором участвуют лучшие детские и молодежные коллективы. В финальном этапе принимают всегда от 15 до 20 коллективов, которые действительно вот проходят. Понятно, что их гораздо больше, но у нас есть заочные отборочные этапы, поэтому прежде чем они проходят финальный этап конкурса, конечно, мы просматриваем заочно видеоролики спектаклей и выбираем самые-самые. Уже во второй раз культурное событие охватывает весь Приволжский федеральный округ. Но из-за пандемии встречи с известными актерами и мастер-классы в этом году проводятся в дистанционном формате. А вот репетиции никто не отменял. Во дворце творчества детей и молодежи занимается театральный коллектив «У Лукоморья». Сейчас они ставят «Женитьбу Фигаро» Пьера Бомарше. Вероника Алексеева играет жизнерадостную дочь садовника. Юной актрисе очень импонирует то, что пьеса подается в современном прочтении. У нас будут такие не пышные платья, а, например, коктейльные. На начале у нас вот танец, как раз сейчас ребята репетируют. И у нас даже присутствует, я скажу, рэп на начале. То есть не как в те времена Бомарше. И действия все происходят в Испании, потому что все герои испанцы. Также на свадьбе есть французы и другие. Финал фестиваля скоро состоится. Во Всемирный день театра 27 марта эксперты выберут лучших. Общий призовой фонд фестиваля составил 900 тысяч рублей. Победители, занявшие первое место, получат 200 тысяч рублей. Второе место – 150, ну а 100 тысяч – обещанную обладателем третьего места. Лучший режиссер, лучший актер, лучшая актриса – эти номинации подготовлены для перспективных ребят. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Ул Правда ТВ.